Учебную программу Самарского колледжа сервисных технологий и дизайна ждут перемены. Учреждение вошло в число пилотных учебных заведений, где реализуется федеральный проект «Обучение служением». Модуль программы разработан Министерством науки и высшего образования России совместно с Ассоциацией волонтерских центров по поручению президента России. Самарский колледж сервисных технологий и дизайна стал единственным в России учебным заведением среднего звена, где реализуется этот проект. Обучение служением – это образовательная программа, которая будет встроена в курс обучения студентов. И через проектную деятельность студенты будут получать заказ на платформе федеральной Добро.ру и выполнять конкретный заказ тех социальных заказчиков. Это НКО, это бизнес, это органы государственной власти, учреждения, которые нуждаются в социальных проектах. На торжественную церемонию старта программы «Обучение служением» пригласили почетных гостей. Это представители городских и областных органов власти и общественники. Эти ребята уже много лет занимаются волонтерством. Именно здесь центр волонтерства. И замечательно, что те проекты, которые есть на платформе Добро.ру, они будут реализовываться у нас на территории Самарского региона. Я уверен в том, что волонтерская, традиционная, гостеприимная самарская земля сможет уже в режиме такого образовательного процесса научить, объяснить и, самое главное, вовлечь в активный волонтерский процесс тысячи, десятки тысяч наших студентов. Первым заказом в рамках обучения служением стала подготовка экскурсоводов для фотовыставки «Жены героев». Экспозиция в эти дни представлена в колледже. За 3 дня ее посетили почти 1500 человек. Экскурсию проводят студенты, обучающиеся по направлению туризм. Это очень душевное, на самом деле, мероприятие. Тут у всех очень разные истории. Есть матери, которые потеряли своих сыновей, есть те, кто вдовы, кто потерял своих мужей, есть те, кто все еще ждет, и это навевает надежды. То есть сама выставка очень трогательная, животрепещущая, и каждый найдет свою историю в историях этих женщин, поэтому я думаю, для всех нас это близко. Студенты колледжа – постоянные участники добровольческих акций и движений. Красной нитью для них проходит тема СВО. И их вклад очень ценят те, кто регулярно отвозит помощь за ленточку. С первых дней специальной военной операции колледж нам помогает. Они квасят капусту, они собирают гуманитарную помощь, они помогают загружать КАМАЗы, они стригут военнослужащих в госпиталях. Новый модуль в учебной программе колледжа стартует уже в ближайшее время. Его будут преподавать на всех курсах. Галина Топилина, Григорий Плешаков. События.